сегодня я буду готовить бургеры. Вот у нас есть булочки, две пачки, потому что у нас большая семья. Есть помидорки, сырчик, огурчик, говяжий фарш, майонез и кетчуп. Так, для начала нам надо будет помыть огурчики, помидорчики, потом фарш разложить и посолить чуть-чуть. И все разрезать. Сейчас подготовлю и покажу. Такие бургеры. Так, сейчас мы поедем по обработке на участке. Получается, отключая обработку. Сначала поедем по заказу, а потом он хочет к знакомому к своему поехать. Тоже обработать участок, все. Сейчас посмотрим, что вообще будет. Сказала мне перегнать опять машину, чтобы перегрузить все. Вот. Сейчас погреть надо сначала, а потом уже я подгоню ему. И поедем работать. Сейчас заведем машинку. И он сказал прогреть до второго деления. Ждем, пока прогреется.
получается, мне надо сейчас ее перегнать сюда, туда. Мы выгрузим все из этой машинки и опять сюда ее перегнать, скорее всего. Ну, или либо там поставим. Не знаю, посмотрим пока что. Тут или там. Сейчас пока греем, потом едем. Да, слушаю. Почему? Ничего не поняла, тебя не, вообще не слышно. А, ты им позвонил? А к знакомому что? Ну ладно, что, выключать тогда и домой? Позвонили, сказали, что у нас не получается, можете не ехать. Офигеть, конечно, съездили. Мы все вместе сейчас едем на дачу. На дачу, на дачу, на дачу. Давайте, одевайтесь. Так. Машинку взять обязательно надо. Обязательно вообще. Это я положила. Я его собираю. На дачу. Скажите чиз. Они так в школу ездили вот так вот. Здесь вот все втроем. Васька вышла из машины, да? Чё у тебя с прической? Эй, камер, чё? Снимай её. Чё ты там смотришь? Какую-то фигню смотришь. А у меня грузится видео. Катя и Макс. Катя и Макс? Ну ладно, не фигня. Тима там копает в грядке опять. Тут огончик. Катя и Макс. Да. Гончик. А папа там что-то ковыряется в двигателе. Соседей здесь никаких нету. Че разобрал капот весь? Что? Че капот весь разобрал? Такие фонарики теперь будут у нас, да? Мама! Я хочу у тебя покататься на велике, но я хочу еще посмотреть мультики. И как это так? У меня нету креплений никаких. У меня крепления все сломаны. И еще кто-то повернул руль. Я на последний катался. Кататься на катаюсь, а мультики я не знаю, как будешь смотреть. У меня нету креплений никаких. От этой камеры тебе не подойдет крепление, она маленькая. Немножко грязный велосипедик. Повесь сюда камеру. Зачем? Ну, чтобы я показала, как я катаюсь. Да ты хорошо катаешься. Давай ты лучше едь, а я тебя поснимаю. Отойди, Ростик. Отожу, 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 отожу. Отхожу, надо говорить. Как? Ну, все, Вася, поехала кататься. Тебе уже этот даже маленький будет скоро. Тебе этот даже маленький скоро будет. Рось, ты оператор. Это упадет тут.